Спасибо. Еще. У тебя нога. А если он пишет, потом ничего, эти ноги будут. То если он даже тебя ударит, то нога и обратно. И дальше. Макс, Макс сейчас позовем, погоди. Он, иди пока послушай, про борьбу объясняет. Иван, послушай, послушай, очень интересно, про борьбу девочка объясняет. Че, Роман, ты уже напитался энергией великих борцов? Максим, иди сюда, Максим. Сейчас, парни, по перчаткам, погодите. Я знаю, что предлагаю, Макс. Можно один кусочек на двоих разделить, но тогда, может быть, всем не хватит. А можно каждый кусочек на три части разделить. Тогда... В тот раз так делаю. Да, тогда всем хватит. Что, на три части делим? Ребятня, пока разойдите, вы посмотрите, девочка про борьбу рассказывает. Вы посмотрите. А можно я тоже пока пойду? Как? Пойду. Вы поборешься? Нет, пойду, а вы позовете, когда уже раздавать. А, иди, конечно, да, я тебе просто позвал, предложил, да. Вот так, Иван, не отвлекайся, пока займись, Иван, хорошим делом. Серафим, помнишь, как резинку тянули, когда тренировались? Вот так же, как ты резинку вытягиваешь в сторону, скручиваешься. Как? А, Петр Владимирович принял, чтобы нам всем угасить. Народ, пускай 30 человек сегодня. Так, Макс, пойдем. Давай, командирским голосом привлеки ребятишек, чтобы угасять по одному штучку. Ребята! Помогешь нам? Друзья мои, подруги, к Максиму Сергеевичу по одному подходим. Он делит нас, угощает штучками разными. Присаживайся. По одному. Давай, раздавай сам. По одному. Ладно, по одному. Взял, ушел, взял, ушел, взял, ушел. Поблагодарите, пожалуйста, друг друга, парни. Молодцы. Поблагодарите, молодцы, красавчики. Взял, ушел по одному. Поблагодарите, молодцы. Молодцы. Приятного всем аппетита. С набитым ртом не занимайтесь, подходите. Ребят, еще кто не был, подходите, угощайтесь. Сам скушай, сам скушай, чтобы вас досталось. Серег, пойдем. Да? Молодцы, согласен, согласен. Ребят, повзрослее, пойдемте сюда. Пойдемте, пойдемте. Спасибо. Осталось 6 штук. Обязательно оставь 2 девочкам, Дарье и сестренке ребят. Ладно? Спасибо. Молодец. А я, если кому не хватит, еще почему-то. Правильно? А? Еще столько 5 штучек. Давай, пока оставь, не занимайся, они подойдут, возьмем, да? Молодец. Поделился? Красавчик. Маме привет передавай, да? Молодец. И как мешок с сахаром шпоп перебросил. Упала нога? Давай,
Алло, сейчас, Ром, погоди. Алло. Сергей Сергеевич. Все, ладно. А, братан, это же не палка. Сейчас, секундочку. Ром, не балуй пока, Ром. Сейчас я тебе даже скажу, что Логинов говорил, отправляли. Логинов, Янкин. Федор, Логинов, Федор, иди сюда. От Логина нет, да? От Янкина. Персенок. Федюнь, от тебя не пришли деньги, проверяй. Как так? Я же так знаю, на прошлой тренировке. Сейчас проверяй, куда ты отправишь. Сейчас, может быть, дойдет там. Так, вижу, да. Просто у нас еще Логин и Федюнь стоит. Янкин, Персенок и кто еще? Кулагин и Кипа. Все, ладно, сейчас придешь, все. Федюнь, сейчас, Серег. Серег, я на громкую связь сделал. Алло. Держи, в этой руке держи, поговори с ним. Потом поговори. Алло. Сейчас, погоди секундочку, прям подожди. Номер ему продиктуй. Братан, ну конечно делай, сестра, за конечно делай. Ну-ка давай покажи. Давай со мной. Не, ну там вообще без вариантов. Там без вариантов. Все, сестра, да. Забрала. О, все, брат, сдавайся. Скажи, сестренка, ой-ой-ой. Скажи, сестренка, прости меня. Нормально все? Да. Все, красавчик. Серый, все нормально? Абонемент. А, все, лады, все, добро. Все. Федя, не вводи заблуждение. Все, молодец, занимайся. Все, Серый, понял, да. Все, лады. Да, Роман, не бойся. Ром. Серафим, аккуратно, пожалуйста. Ром, успокойся. Вот ты взял, давай, ногу эту вперед, и вот эту, и переворачивай. Ром, ну не притворяйся, ну хорош. Все, искусственное дыхание надо сделать, все, оживи. Ром, хорош. Отойдите на центр, парни. Ну, с вами... Погоди, Роман. Сейчас ты помоги Серафиме. Помоги, подойди. Нет, логично, если ты извернешься, ты можешь его, конечно, перевести из броска в бросок. Но сейчас, смотри, задача. Дай возможность ему совершить прием. Нет, ну ты спокойно, встань как-то из готов. Еще, Серафим. Значит, не зря через бедро называется. Название через бедро. Через бедро, да? Допустим. Еще. Роман, погоди. Ты вот эту руку, я заметил, ты ее держишь, дальше его держишь. А вот он падает, ты его все отпускает. Пускай летит своей дорогой. Нельзя. Нет, он пойдет аккуратно, он тебя выше берет. Попробуй еще раз. Давай. Раз. Знаешь, что я хочу внимание, что ты не делаешь? Тебе надо спать внимание. Понадобится пока. Нет, есть такое действие, новую оттяжку делаешь,
как бы и такое можно сделать. А есть другой момент, если ведра спасли через бедро. Обратите внимание, что это поднял бедро. Это реально через бедро это делаешь. Аккуратно, аккуратно. А ты делаешь ошибку, ты через задницу пытаешься. А вот есть другой момент. Сейчас она не стала вытаскивать. Противодействие этим приемам. Когда правильно тебе показал. Вот так ставишь, выходит, не держишь. Но это надо настолько технически понимание, что было. То есть вы сейчас пока попробуйте сделать то, что вам возьмите. Попробуйте. И что, это тоже часть проявления гимнастики. Серафим, наблюдай, понимание. Сейчас поймешь. Оп, и ноги вверх, вам улетели. Ну нормально, нормально, молодцы. Все равно надо с чего-то всегда начинать. Роман же боксер. Ром, ты у нас боксер, что ли? Роман. Артем боксер, да? Кто? Артем чуть-чуть боксер, да. Я тоже чуть-чуть. Тоже боксер чуть-чуть. Смотри, сейчас они отборятся, и потом иначе вы сейчас просто убиваете. Ну, не в прямом смысле, но повредите, да? Сейчас, подожди чуть, они сейчас проборются. Не балуй, не балуй. Сестренка показывает, не балуй. Ну-ка, 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 с диванчика, давай, 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 с диванчика, с диванчика. А? Ну-ка, с диванчика, давай, давай, давай. Иди сюда, войди, что скажу. Знаешь, кто на диване у нас сидит? У нас на диване сидят очаровательные женщины или девочки. У нас на диване сидят очаровательные родители. И на диване сидят очаровательные инвалиды. Ты 100% не девочка. Надеюсь, ты не инвалид, и пока ты еще не родитель. Правильно же? Дай пятюню. Хочешь посидеть, 50 раз отожмись и посиди в шпагате. Парни, у кого телефон бомбит? Макс! Максим! Посмотри телефон, тебе звонит. Просто дай ему сделать вот это, потом будет разрешать. А ты просто берешь и решать стоять. А ты домой что ли одеваешься? Ты домой что ли одеваешься? Сергей Геннадьевич, я сразу. А что так рано? Аккуратно, Артем, только. Можно так придушить? Я у меня душевой, я бежал. А, то уснуть. И до первого подняли. До свидания. Ты пошел, что ли? Макс, иди сюда. Мамку поделишься, да? Да? Молодец. Она с тобой пришла? Пришла с тобой, мама? Все, нормалек все? Макс, Макс, все хорошо? Напрыгался? Молодец. Ты снаряжение, которое убрал, убрал на место? Ну, что-нибудь из снаряга убрал, на место убирал, гантель, там, да, молодец. Так, что, Иван? Ну, иди сюда. Макс, Макс одевается, попрощайся с ним. Скажи, Максим, до свидания. Максим, пока. А, Максим, погоди. Давай, одевайся пока. А сколько времени? Что говоришь? Сколько времени? Сейчас, секунду. Давай, пока переодевайся, время сейчас скажу. Ребятня, время 7:30. Тем, кому нету 16 лет, звоните родителям, предупреждайте, что вы на занятии, скоро сбор. Тем, кому 16 есть уже лет, готовьтесь там, ну, например, до 9. А мой папа помнит про меня? Конечно, помнит, все наши родные помнят. Максим, давай один. Давай, давай, рукав, 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 сейчас я помню, погоди. А? Ты домой, что ли? Я только сейчас, они заканчивают, и мы этот перчатки бьются. А что ты, магнезий? Маш, еще, ты еще подход у тебя будет? Да, я. Все, давай, пока делай. Максимум, подойди, пожалуйста. Угости девочку. Давай. О, Дарья куда-то потеряла, а вон она. Даш, иди сюда. Угости Дарью и вот девочку еще. Вот, 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 рядом. Можно мне, я еще не пробовала. Ты не пробовал, ты не кушал? И вот еще, давай. Угости, молодец. Давай, кусочек бери.
Спасибо большое. Слушай, Саня, самолет все? До понедельника? Учится хорошо? Все, красавчик. Все ребята выходят. Парни, кто уходит, рукой махайте. Всем, всем рады. Все молодцы. Парни, помните? Точно? Точно? Я сестре отдал 2 прошения от родителей. 2 штуки дал. Твою маму ждем, ладно? Твою. Ладно? Все нормально? Давай, ключи, Ваня не убил.